Ну, кто там ломится? Если не прошел осмотр у доктора, который в лагере, ни хрен тебе тут и делать. Может, ты больной? Если с доктором поговорил, лекарство выпил, тогда заходи, поболтаем. Хабар принес? Есть дело меченое. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Консервных банок насобирал. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Подходи, пообщаемся! Мужики, я вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. А у вас, кроме водки, ничего нет?
Трое сталкеров. Ты тут...